Спасибо. Всем привет, дорогие зрители, или как сказать, всем привет. Мы сегодня мы играем в игру, которая называется 5D Chess с мультиизмерениями время приключений. Сегодня мы поиграем в режим стандарт. Играть будем с тренером, потому что тренер это, в принципе, очень хороший клан. Окей, мы ходим за белых, но будем уходить обычную Е5. Выходим, чувак сделает странный мув, можно сделать шах в три хода. Опа, шах. Делаем такой вот ход, экстремальный, конечно, чуваки. Конечно, этот ход экстремален, но... Ну все, перегораживаем всем пути. Ой, он мне хочет пригрозить, но, видимо, чувак, хотя ничего не получится. Это фиаско, братан. Так, можно ли перейти в другое измерение? Да, можно. Можно сделать размен, а можно сделать суперкилл. Фиаско, братан. Можно попробовать. Опа. Я, конечно, на такое не рассчитывал, но тут прям какой-то бред вообще происходит. Мы сейчас сделаем супер эпик ход, пойдя сюда. И... Оу, щит. Here we go again. Это фиаско, братан! И вправду, Хованский, я рад, что ты ко мне присоединился на этот стрим. Окей, submit moves, у меня вроде больше никакого хода нет. Опа, вот это, конечно, ход. Экстремальный. Ну, мы, конечно же, забираем тут это бесплатный... Это сам руль? Окей. Окей. На самом деле, пошел бы вот так вот, чтобы освободить диагональную хрень. Ну, что он, скорее всего, сделает? Я не знаю, чуваки. Это же знаменитая защита Кайло Кена из игры Team Fortress 2. Ну, в принципе, если он заберет, я заберу обратку. Так, мне кто-то написал. Да, согласен, она очень смешная. Чувак, у меня такие смешные адоклы, я прям вообще поржал. А, у меня у чувака типа на уроке. А, мой фон сзади, чувак. Чувак, у меня на аватарке был другой, мой фон сзади, ты понимаешь? Ты понимаешь, как это круто? Я в 5D сейчас записываю летсплей. Так. Мне кажется, сейчас надо будет давление мерить, поэтому сейчас камеру выключу. Какой ход тут делаем? В принципе, это мат в 30 ходов. Это же Кайло Рена защита. А, не. Дима не, зашел. Не. Дима, если что, зашел сейчас Сидж. Дима? Ой, это же знаменитая защита Кайло Рена. Или Кайло Кена. Я не понял уже. Я еще правила не понимаю этой игры. Блин, дурацкая игра. Я думал, тут Кайло Рен есть, а оказывается, тут есть Мега Кейл. Ой, он хочет забрать мою лошадь. Когда забрал? Че, да всем насрать? Все не очень насрать. Но у меня тут будет три, если что, пешки. Так.
Не надо. Дим, ну зайди к нам в Дискорд. Outstanding. Играем. Дальше продолжаем. Так. Смотрим, что мы тут можем сделать. Сейчас я пока полежу. Ну все. Мат в 30 ходов я сразу же вижу. Походим так, так. Походим. Undo move вверх. Так, он пригрожает матом. Это достаточно логично. Поэтому что мы делаем? Мы делаем вот такую вот тамбовскую перекладину. Так, вот тут что мы сделаем? Тут мы сделаем атаку Кайла Рена из игры Team Fortress 2. Пожалуй, можно вот так вот сделать. Типа, нагнетаем обстановку, как сказал учитель. Да он рофлит, что ли? Сейчас, блядь, надо зайти к Диме, блядь, дауну. Дим, ты рофлишь? Ди... Нейт пришел. Я знаю. Outstanding. Ты дурак, что ли? Тихо все! Я слышу ведьму! Ты чё, реально тупица, Дим? Не запускайся ничего. Ты так Нейта кидаешь, да? В смысле? На эти окинули. Не хочет Дима с тобой играть. Блять, что за тупой мув на самом деле? Тупой мув, потому что я могу его убить сразу, бля. Тум-тум-тум. Так, я тут вижу сразу же ходы. Смотрим. Неплохо. Неплохо сделано. Знаменитая позиция Кайла Рена. Опа, ну это неплохой был ход. От чувака, который даже не знает, как играть в шахматы. Ну все, я вижу мат 30 ходов. Опа, вот он, конечно, пошел, как гений хренов. А он реально это неплохо пошел. Но надо нам кое-что делать. Тогда уж. Что бы делать? Блять. Так. Я просмотрю сейчас, где лучше позиция для раша. Ну, в принципе, тут можно зарашить. Где вот тут? Сколько у нас уже мультивселенных? 70? Ну, просто изи.
Че, нам еще тут надо походить? Вот тут. Ну что ж, свободная пешечка. Можно пойти заметить ход Кэл Рена. Че он так-то не пошел? Ладно, вот вот рот. Вот рот. Сейчас будем делать кэсл. Да. Так, ну, наверное, со всеми так сделаем. Хотя вот тут неплохо. Хотя вот тут неплохо, на самом деле. Все, я все сделал, наверное. Вот тут ничего не походил. Ну что он сделает? Делаем вот этот ход, потом вот так вот фигачим. Ну вы понимаете. Ну и понимаете, на самом деле, наверное. Вот так вот фигачим, наверное. Или сейчас уже можно сфигачить. Посмотрим, как это двигается. Окей, видимо, нельзя. На самом деле это очень странный ход от него был. Так, вроде он меня с коня не убьет. Ну все. Так говно нет. Меня вынуждает тут играть на этой подмастой позиции. Пусти. Так что можно сделать, если так походу? Что? Боже мой. Я поржал. Продолжаем. Угрожаем. Все. А вот еще. Вот все. Так а в чем проблема? А я тут не походил.
блин, ты задолбал. Ты задолбал, чувак. Неплохой такой трейд. Вот, я выиграл каким образом. Что? Тун-ту-ду-дун. Все, я выиграл. Ой, ребят, у меня дождь, кажется, пошел, так что мне надо идти срочно. Эта игра была классная, но сегодня обзор закончен. Сейчас у меня дерево упадет до дома. Всем пока.